Всем привет, рада вас приветствовать на нашем канале, на канале коллекционеров и любителей кукол Клоу Сюрприз. Сегодня у нас распаковка вот такого чудесного набора с чудесными аксессуарчиками. Куколка, у нас такой куколки нету, поэтому мы выбрали на данный момент первым взять вот этот наборчик. Наборчики очень интересные, у них всякие такие элементы светящиеся. У нас будет с вами вот такой крутой костер. Он будет светиться, кресло. Сначала не очень хотелось этот наборчик первым брать, но уже взяли его, потому что куколки у нас такой нету. Вообще очень обидно, что не выпускают одинаковые куколки. Но очень уж манят аксессуары, конечно, аксессуары просто бесподобные. Ну что, давайте приступим к распаковочке этого набора и посмотрим, что же он в себе там таит. Этот наборчик. Так, как они так любят позапаковывать хорошо. Сейчас мы с вами варварским способом все откроем. И коробочку сразу открыли. Так, что у нас? Не важно, это уже не важно. Так. Очень мне понравилось, что вот здесь шарик, он как будто бы выступает. Такого не было раньше, просто была коробочка, а тут прям так оригинально они это все придумали. Очень-очень нам это понравилось. Ну, сейчас давайте догадаемся, как же это все открывается. Вот так. И вот так. Вот у нас уже столько всяких интересностей будет. Сейчас мы уберем в стороночку. Все в стороночку. Так, оно тут нам что-то нарисовано. И давайте соберем саму коробку. О, какая она крутая, эта коробочка. Еще не очень поняла, как ее открыть. Так. Сейчас. Ага, это наверх. Так, и дырочку. Так, это то же самое. И дырочку. Так, давайте с вами рассмотрим эту комнату. Такая-то, я не знаю, даже какая-то. Видимо, это какой-то зал отдыха или такой как бы холл гостиницы. Это они в горах, я так понимаю, катаются на лыжах, эти девчонки наши, потому что там горы, и есть, значит, можно какао попить, кофе попить, чай, видимо, можно попить, вот такая зона, очень красивая, прямо у витрины, welcome. Везде ковры лежат, лампы, огромные окна и видны горы, елки. Так, тут же, видите, какой чудесный камин. Красивая такая картина с изображениями, вот тоже гор. Ну и продолжение, значит, вот это красивая такая стоечка. Лампа, все очень мило, ковры, и очень такой прям мрамор, все в таком холодном стиле, в зимнем. Очень все интересно и очень так, ну вот камин прямо такой прям 3D. Смотришь, и там горит огонь. Классно, все с вами ставим и начинаем с вами распаковочку наших бумажечек. Так. Чего же мы начнем? Давайте начнем вот с того, чего у нас тут виднеется. А виднеется у нас с вами именно костер. Костер. Как же он тут включается, интересно. Чуть ничего не понимаю. Может быть нам... А, вот, нашла лампочка. Вот он, боже, как прям мерцает. Видите, как красиво? Прям горит костер. Прелесть какая, да? Так, первый аксессуарчик. Так, дальше. Давайте посмотрим, что же у нас тут.
Это у нас кресла. Такие красивые. Прям такие граненые. Прям переливаются. Как будто прям ледяные. Вот такие классные. Кресла прозрачные такие. Очень стильные. Так, это у нас первое кресло. Здесь это понимаю второе. Тоже такое фиолетовое. Красота. Очень миленько они так смотрятся. Два. Розовый и фиолетовый. Красота. Так, будут они у нас тут возле костра. Так, что-то тут у нас мягенькое. Что-то такое. А, ковер, или я не знаю, это туда. Надо посмотреть будет, куда это оно все. Это такое в виде сердечка. Такая красота. Можем пока положить на кресло, чтобы было теплее попе садиться. Потому что все-таки там же холодно все-таки. Так, что это у нас? Боже, боже, какая прелесть. Это у нас чайничек такой. Чайничек. Так, вот здесь написано. Вроде ничего. Что мне показалось, там еще что-то есть. Главное, чтобы не выбросить пакетик с чем-то. Вот такая классная, такой заварничек для чая. Милый. Так, положим сюда. Так, так, так. Что у нас тут? Так, это у нас бутылочка. Где-то у нас даже такая была вроде бутылочка у нас. Такая симпатичная, ничего выдающегося нету. Так, что дальше у нас тут? Ага, это какая-то часть стола. Часть стола. Сейчас мы найдем. Не поняла. Нет, это девочка. Давайте же найдем еще одну часть стола. Интересно же посмотреть, как это у нас все выглядит вместе. Так, вот вторая часть стола. Это одевается одно в другое, я так понимаю. Вот. И вот такой получился стол. Какую сторону хочешь, такую и ставишь. Так, значит, это у нас огонь, камин, кресло и стол. Так. Продолжаем распаковочку. Сейчас чуть-чуть у нас, правда, еще не легла ровненько коробочка. Сейчас чуть-чуть придавим. Так, дальше, дальше. Дальше, дальше. Что это у нас? Это у нас костюм девочки попался. Вот такой симпатичный. Мне нравятся ее трусики, рюшики. Правда, не знаю, как это в зимний период времени в одних шастать шортах. Холодновато, конечно. Так, это ее, значит, бантик на голову. Миленький такой. Очень симпатичненький. Так, что-то у нас еще есть. Ага, сапожки. У нас есть сапожки. Очень симпатичненькие. Так, ну и давайте уже девчоночку откроем. У нас такой девочки нет. Очень нам она приглянулась. Хорошенькая. Ой, какая прелесть. Ой, какой у нее румянчик уже такой свеженький. Наверное, уже накаталась на лыжах. Пришла погреться. Ну, симпатичная же девчоночка. Так, давайте мы ее с вами оденем. Так, шортики. Что же это? А-ля ком шастать. Курточка. Такая милая девочка получилась у нас. Такие глазоньки у нее добрые. Стрелки такие красивые накрасила. Ой, модная. Красавица, красавица. Давай обувь оденем тебе. Ой, обувь убежала. Убежала обувь. Опа. Опа. Ну и ее повязочку оденем. Такая повязочка широкая, чтобы ушки закрыла правильно. Чтобы теплышкое было. Ну, сладенькая. Боже, ну такое прелесть. Ну, прелестная девочка такая хорошенькая. Такая зайка, такая прелестная девочка. Ой. Так, что это у нас не палатки такие, ну. Так, а то ж холодно, холодно. Давай, надо одеваться, кутаться.
яркие такие шортики, яркая малиновая у нее повязочка, такая девчонка с румянцем, нежная девочка такая. Так, ну что? Так, 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 все расставили. Сейчас включим камин. Будет он гореть. Жалко, что у нас немножко еще не отстоялась коробочка, и она немножко задирается. Но ничего. Так, сейчас мы с вами все чудненько еще просмотрим. Вот такой у нас чудесный метод. Упала девочка. Ну ладно. Сейчас все еще с вами раз посмотрим. Вот такая получилась у нас композиция. Такая прелестная девочка. И сейчас мы еще с вами посмотрим полностью, как это все выглядит. Так, мы, значит, уже поставили все, прижали немножко, чтобы коробочка не мялась. И давайте посмотрим, какая красота. Все-таки вот такая чудесная получилась, я думаю, какой-то гостиничный холл. Такой огонь, камин. Значит, тут можно выпить какао, кофе. Очень милые стулья. Наша девчоночка. Так, мы забыли с вами поставить чайник на стол. Можно выпить чай. Очень милый чайничек получился. Вот такая красота. Вот такой зимний у нас получился пейзаж. Очень интересная серия, очень манят аксессуары, конечно. Хорошо, что у нас этой куколки хотя бы не было. Теперь она у нас есть. Столик такой очень, все в таком современном, прям в таком ледяном стиле. Прям ледяная королева у нас тут обитает. Можно, наверное, сердечко потом положить вместо коврика. Будет два сердечка. Вот такая чудесная композиция. Ну, думаю, что мы еще купим какой-нибудь наборчик. Не все там, нам не все понравились. Но еще какой-то мы точно купим. Надеюсь, распаковочка вам понравилась. Ставьте нам лайк, жмите на колокольчик, подписывайтесь. Заглядывайте к нам в Инстаграм. И до новых встреч уже совсем-совсем скоро. Всем пока!